Салам алейкум, дорогие друзья. Вот я вчера остался здесь от перевала. Вон оттуда Черечик, который перевал, перешел, поднялся, остался здесь. Смотрите, какая здесь зелень, красота. Все своими этими занимаются, животноводство. Основное здесь животноводство. Вот, смотрите, корова кайфует, свежая трава, сочная. Вот, какие здесь пастбища. Вот Киргизия такая, это очень прекрасно для скотноводства, животноводства. Все здесь есть. Вот, видите, здесь, оказывается, свадьба летом. Ну, сейчас проводит день рождения. И вот так и люди привлекаются. Вот так. А там, которые местечко, люди приходят, молодежь, и отдыхают. Видите, здесь всегда вот такая туча. Всегда. В любое время может дождь быть. Без проблем здесь. Вот я утром тоже купался. Тут же капельки были. Вот теперь я собираюсь домой. Переходить границу Ош. Дуслик. Узбекский, кыргызский границу. Еду домой. Вот мне Тойчок ждет. Давай, хозяин, едем, едем, давай домой, говорит. Вот сейчас едем. Дорогие друзья, будьте здоровы, до следующего видеоролика.